Мы продолжаем знакомить вас с телевизионными версиями концертов, которые можно было увидеть в рамках «Славуты Чмала культурной столицы» на центральной площади нашего города летом и осенью 2021 года. В эту пятницу 19:00 концерт Виктора Павлика, который вы смогли посмотреть на фестивале Golden Fest. Славуты, Киев, Истанбул. А в субботу, сразу после новостей Славутича, ориентировочно 19:40, смотрите телевизионную версию концерта инди-поп группы «Один в каноэ». Соответственно, в эти же дни, 5 и 6 ноября, эти концерты появятся и на нашем YouTube-канале «Медиа Дим Свято».